Первым делом мы взбиваем яйца, сахар, соль, воду, все вместе. Взбиваем, взбиваем. Все, откладываем. И сейчас секрет этого теста. Секрет в том, что разрезать, значит, сливочное масло на кубики. Вот они у меня такие. И вместе с мукой все это дело вымешать. И получается, мы растираем все количество муки сливочным маслом вот так вот пальцами. Поэтому я советую его делать не в роботе. У меня тоже есть прекрасный робот, который все делает. Но именно руками. Это тесто получается намного вкуснее и лучше, если действительно вот так вот расширить все руками. Это занимает немного времени. То есть у вас за 5 минут все тесто будет готово. Допустим, вот здесь у вас получается... Получится тесто на 2 пирога, то есть если вы их сразу не делаете, то, конечно же, половину брать в морозильник. Или можете вообще сделать еще больше, отложить себе частями и в морозилку все распределить, потом пользоваться. Итак, вливаем нашу смесь сюда. Дальше мы все размешиваем. Если у вас останутся кусочки масла, в этом нет ничего страшного, на самом деле это даже так и должно быть. Я вообще никогда не покупаю магазинное тесто. Ни разу вообще в своей жизни не покупала. Потому что, я не знаю, мне легко за 5 минут приготовить большое количество в морозильник. Во всяком случае, я буду знать, какие я яйца использовала, какую муку. И здесь не будет никаких консервантов, химии и всякой гадости. 5 минут работы, и зато вот такое качество теста вы никогда не купите. Наше тесто готово. Так, вот остальное тесто я положила в антилиновый пакет. И сейчас отправлю в морозилку. Так что вот так вот столько осталось. На один пирог еще точно хватит.